В октябре продолжается работа по дезинфекции многоэтажных домов. При этом некоторые кондоминиумы сами занимаются дезинфекцией. К примеру, кооператив собственников квартир, отвечающий за улицу Шайкенова в 11-м микрорайоне, обеззараживал силами своих работников подъезды многоэтажных домов. Сегодня они с самого утра вместе с подъездами очистили придворовые детские игровые площадки. В связи с тем, что режим чрезвычайного положения был смягчен, жители стали чаще выезжать за пределы города. Подъезд, люди хорошие, вот, с понятием относятся ко всему, что случилось, помогают во всем. Сами обрабатывают свои двери, как с самого начала я повесила объявление, чтобы они помогали. Вот немножко стало лучше, вышли вчера на него, посубботничали, деревца подбелили. Дезинфекцию делаем мы каждые 10 дней, наша организация делает, мы КСК делаем, и уборщица делает каждый третий день. Вот, с белизной, с хлоркой, дезинфицирующий специальный раствор, вот я сейчас купила, опрыскиваем и дворовую площадку. Ни заболевших, ни контактирующих в наших домах нет, слава богу. Все хорошо. Большое спасибо своим жильцам говорю, потому что все-таки они соблюдают дисциплину. На обслуживание нашего КСК 20 многоэтажных жилых домов, 4-5-этажные дома 62-63 года постройки. Вот. К сожалению, у нас в тарифе не заложено содержание техничек, поэтому сейчас в такое вот тяжелое время мы, естественно, понимая нынешнюю обстановку, вот, выделяем с кассы деньги на проведение дезинфекции подъездов в жилых помещениях. Вот, один подъезд обходится в 3000, но нанимаем и специализированную организацию «Денсаулог 21 век». Проводим дезинфекцию каждого подъезда в неделю один раз. Вот сегодня до обеда два дома мы продезинфицировали, завтра в 10 часов опять они приедут. По мере возможности ежедневно проводим дезинфекцию в подъездах.